Приветствую всех любителей хорошего кино. Сегодня на моем канале очередное новое видео. И в этот раз видео посвящено зарубежному фильму про спорт «12 могучих сирот». Ну, такое вот название в нашем кинопрокате было выбрано. Хотя в этот раз, наверное, оно даже где-то вот близко к тому, что и надо было перевести. В этот раз ничего сильно не намудрили. Фильм 2021 года выпуска там на экраны. Вот это вы видите перед, ну вот, на экранах, да, издание американское. Даже в слипе. Я даже не ожидал, что в слипе придет, но вот оказалось, оно в слипе. Но американцев вообще частенько первые тиражи или еще какие-то там, либо в принципе, да, ну, бывают в слипах, потом без слипов, не угадаешь. Ну, пришло в слипе. Слип, конечно, не в идеале. Американцы упаковкой хорошей слипов меня никогда не радовали. Вообще не помню, чтобы когда-то слипы особо хорошо приходили в хорошем качестве. Очень часто покоцаны. Ну ладно, это не принципиально, наверное, уже. Итак, возвращаемся, значит, к фильму самому. Фильм про спорт. Значит, ну, написано, что основан на реальных событиях. Ну, возможно, так и есть. Там события там 30 каких-то годов, там, по-моему, 1138 год, если мне память не изменяет. События начинались в этом фильме. Вот. И про становление каких-то вот молодежных команд, про американский футбол, вот, молодежную команду. И вот как там, тренер, врач, да, и вот они делали из этих сирот игроков в американский футбол. Ну и что из этого получилось. В общем-то, фильм оказался лучше, чем я ожидал, то есть неплохой. Я, ну, в общем-то, люблю и какие-то познавательные интересные фильмы, если хорошо сняты, хорошими артистами. А здесь вот мы видим, ну, Люка Уилсона, Мартина Шина, отца Чарли Шина, да, если кто не знает. Вот. Ну, актеры для меня очень знакомые. То есть в фильмах, когда они встречаются, мне нравится, как они играют. И поэтому я так вполне осознанно, да, брал фильм. Хотелось посмотреть, что это такое. Вот. И, ну, нет, ну, фильм... Может быть, там далеко не звездный, но надо понимать, да, что такой фильм, драма про спорт. Вот. Но вот в этом своем жанре, в общем-то, фильм казался достаточно неплох. Ожидал худшего, честно скажу. Получилось получше. Особенно как-то вот вторая половина фильма, на удивление, мне так подвытянуло. Я все ожидал какой-то просадки. Нет, было достаточно неплохо. Вот. То есть, тем, кто именно любит фильмы про спорт, советую. Вот. Ну и главное, да, что хотел сказать. То есть, это американское издание. На диске есть наша русская дорожка, многоголосая, закадровая. И есть наши русские субтитры. Вот это, в общем-то, ну, самая главная достопримечательность этого диска, да, вот конкретно, который я держу в руках. Вот. Есть допы без перевода, к сожалению. Но там допов, в общем-то, только удаленные сцены и ролики каких-то других фильмов. Но этих удаленных сцен там минут 15, таких всех всевозможных коротких кусочков их довольно много. Ну, в принципе, можно посмотреть. Но на этом, в общем, допы заканчиваются. Ну, без перевода, да, к сожалению. Вот, ну, диск мультизонный, Sony очень редко лочит свои диски, хотя вот два уже варианта залоченности у Sony я встречал в своей жизни, один был как раз недавно, «Быстрее пули» они залочили, вот, и раньше еще там «Небеса реально» тоже был залоченный диск, в остальном все диски, которые обычно содержат русскую дорожку, ну, они не залочены, здесь тоже мультизонный диск, все нормально, будет воспроизводиться на наших плеерах. Вот. И, ну, несмотря на то, что на этом диске довольно-таки большое количество, там, скажем так, языков и субтитров, да, суммарно, вот, то есть для многих стран выпущен этот диск, то, ну, здесь сзади-то американцы обычно не пишут, они здесь там 2-3 языка указывают, и все, нет подробной таблички, к сожалению, поэтому приходится информацию где-то выискивать. Но на этом диске, значит, на американском, значит, здесь есть и, значит, французский язык, испанский, и всевозможные субтитры, там, турецкий, китайский, чешский, стран Скандинавии, стран Балтии, там, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, корейский, польский, португальский, румынский, тайский, да, то есть вот огромный список субтитров, несколько языков, в том числе российский, да, ну, русский, да, вот, и несмотря на такой огромный набор, пока что этот диск, кроме Америки, в
общем-то, нигде не выходил. То есть, несмотря на то, что вот во всех странах перечисленных, если этот диск выйдет, там будет русский язык тоже. Но вот фильм, этот диск тоже вышел в 2021 году, то есть сейчас уже 2023, когда я снимаю этот ролик. И получается, за 2 года ни в одной стране больше этот фильм не был выпущен на Blu-ray. То есть пока что этот диск доступен только в США, ну, наверное, может быть, в Канаде, да? Вот, обычно у них так все синхронно. Ну, то есть вот я этот диск заказывал в Америке, в США, и вот, в принципе... О чем вам все рассказал, да, что на этом диске, что и как. Ну, в общем, тот, кто любит спортивные драмы или этих артистов, ну, тем, наверное, рекомендую к покупке. Более широким массам, ну, наверное, все-таки немножко скучновато будет, честно скажу. Ну, в общем, вот такой диск с русским языком есть. И, если кого заинтересует, во всем остальном, да, диск рекомендуется, мультизонный, с русским, все хорошо. Пожалуй, на этом все. Вот, на сегодня смотрите другие видео на моем канале и найдете еще много что интересного, информации про диски и не только. Вот. А на сегодня это все. Всем пока!